Тут дело такое. Я, в общем, тоже тебе подарок сделал. Вау! И что это? Ну, вот. Сердце. Там, с другой стороны еще. Саманта! Что, ну, немного не получилось? Что, не нравится? Нет, нет, наоборот, мне очень нравится. Большое спасибо. Я его еще хотел морилкой покрыть. Давай, наверное, и лаком. Нет, нет, не нужно, не нужно. Ну, я хотя бы букву впишу. Нет, нет, не надо. Оно мне и так очень нравится. Оно такое деревянное, такое красивое. И как ты его сделал? Да ерунда, электролобзиком. Ладно, я, наверное, пойду. Меня батя, кажется, зовет. Правда? Я не слышала. Подожди, расскажи еще. Да я пойду. Меня батя зовет, точно знаю. Потом увидимся. Пока. Пока. И спасибо большое. Вот так-то, Стиви. В отличие от американцев, у русских не принято тянуть с выражением своих чувств. Мы знакомы меньше недели, а он уже дарит мне сердце. Как это романтично. Ну, так и будешь молчать? Хорошо, я тебе помогу. Почему мой подарок совпадает по размеру и форме с окошком в двери вашего этого... Кстати, вообще, что это? Ну что, туалет. Это туалет? Это не смешно. Ну прости, ну я правда не знал. Батя вырезал, а сердце осталось. И, кстати, тогда это не было туалетом. Даже и не он вырезал. Ну я правда не знал, но я зато от чистого сердца. Чистое сердце с двери туалета. Отличный подарок. Большое тебе спасибо.